но есть сегодня одно произведение, которое, ну, якобы считается последним написанным произведением для фортепиано композитора. Это, в общем-то, даже набросок всего лишь. Он был найден в 2008 году исследователями в одной из записных тетрадей Бетховена. И он был без названия. В общем, его назвали «Богатель фа минор». Вот так вот.